Ну что, вторая карта сейчас у нас начнется. Бескос против Entity. Первая, конечно, была... Ну, я бы сказал, что у бескостов были дни, наверное, получше, чем то, как они сегодня исполнили. Может быть, вторую карту они смогут? Как ты думаешь? Конечно. Слушай, я вот возвращаюсь мыслями, мысленно вот так вот на первую карту, и кажется мне, знаешь, что... Вот не зашла эта заготовка именно мастера медового. Не хватило вот мидера именно в карте. Вот все, о чем ты говорил, прям вот все как... Все сбылось. Вот нет... именно какого-то решающего момента, который вот мидер вытаскивает, знаешь, инициирует драку или какой-то делает килл важный, какой-то ганг происходит. Вот не было вот этого. Mm-hmm. И вот если бескост найдут, так сказать, мидера, который зайдет им в игру, мне кажется, могут они словить свою волну. Ну, тут хороший вопрос, кто это может быть. Вот я, если честно, жду от бескостов Middle Snapfire. Это команда, которая ее безумно рейтит. Мне бы хотелось ее увидеть. Тини какой-нибудь из интересного пак. То есть, вот мне, знаешь, очень нравятся мидеры, которые создают экшен по всей карте. Любой из спиритов, пожалуйста, пак, там, какая-нибудь ТАшка, вот что-то подобное. Вот это прям мое. То есть, вы получили определенный левел, пришли на сайт-линию, вынесли, вернулись мид, там, вынесли Тавру, условно говоря. То есть, вот по таким неким паттернам, чтобы действовать, и при этом... Ну вот, помнишь даже момент, Виномансий берет руну инвиза, что он делает? Он возвращается на линию. То есть, а были бы мидеры, которые уже начиная левела с шестого пошли бы на топ, сделали 1-2 фрага, вернулись на ТПшки и немного бы потеряли при этом. Может быть, даже и больше получили. То есть, вот ну чего-то такого не хватало бескостам. Странно, но этим зверям на лане не хватило сейчас чего? Агрессии? Бескостам? Это не бескост, это кто-то другой у нас был. Слушай, ну посмотрим, посмотрим. Я, кстати, думаю, что, возможно, мы еще увидим на этом турнире бескост каких-то, знаешь, более... таких керри-мидеров, знаешь, в плане вот эсэфа какого-нибудь или темпларки, очень любят креслаков таких вот героев. Mm-hmm. Поэтому не всегда будет, конечно, вот эта та самая агрессия, которую ты от них ожидаешь в виде спиритов, но я думаю, когда у них будет керри на миде, это все, так сказать, брешь в контроле, брешь в инициации должен залатывать креслак. О, не креслак, прошу прощения, Киван. Да хоть кто-то, собственно, у нас должен быть. Вообще, кстати, ребята говорят, что они привыкли играть в нижней сетке, потому что в ней гораздо веселее. Вот это вот их фраза. Ну, если они так будут играть, то до нижней сетки докатится. Главное, чтобы не до вылета с ивента. Я просто напомню, что из группового этапа 4 команды Венера, 4 команды в лузера и 2 команды ивент покидают. Если бесткост нас покинут ивент сразу же, вот так вот, это будет очень грустно. Они ведь на... девятом интернешнале, получается, организация бескост, заняли третье место на квалах, а вот эти вот ребята, они заняли 7-8 место, и после TI их уже подписал бескост, после того, как они побыли командой Анваргеза. Ну, то есть, ой, много еще чего им, конечно, достичь нужно бескостам, при этом они все равно стабильны, они все равно интересны, то есть я не вижу прям какой-то проблемы у них. Сейчас посмотрим драфты и глянем, что будет. О, во-первых... Минус лишь рак от Entity, что забавно. Ну и First Pick Silencer от бескостов. Да, считаю, это Entity сюрпризами для меня, на самом деле, оказалось. Что, как Верк, это оказывается... Они думают, что это действительно герой, который достоин первого бана в серии, в каждом матче. Я прям удивлен этому. И опять Марси мы видим. 100% винрейт. О, прошу прощения. Винрейт 100% пока, да. И пикрейт тоже 100% вместе с банрейтом, если сложить их. Да. И отвечают им Silencer'ом и Nyx'ом. И закрытие Shadow Fiend'ом. Опа как. Опа то есть бескост решили, что Silencer очень много проблем доставил на первой карте, и себе решили этого персонажа забрать. И взяли того самого Nyx'а, про которого я говорил еще в первой карте. Данного противостояния. Бесткосты Nyx, бесткосты Nyx. Я вот сейчас начну поглядывать. Правда, я не супер много здесь у них вижу Nyx'а. 28% винрейта, выиграно 2 матча из 5. Да что ж такое-то, ну ладно. Я тебе так скажу. Давай. Гаджира — это человек, который просто невероятно обожает играть на всяких, знаешь, мили-героях. Он такой своеобразный фанат крита в этом плане. Он, это вот его герой — это Эрспирит, Тини, Шейкер, тот же самый Nyx. Это прям вот его жило. Это вот его, это то, что, на чем он умеет, это то, на чем он любит. Поэтому я не удивлен, что они берут Nyx'а и они считают его сильным героем. Интересно, куда пойдет вот этот вот SF, потому что, как мы все знаем, Юра показал нам на квалификации европейской, что это может быть керри SF, который работает внезапно и работает очень даже неплохо. Вот. Я также знаю, что Stormstormer тоже любит этого героя, он прям не фанат его, но сыграть на нем может. Вот. Но все-таки, наверное, все-таки больше склоняюсь к тому, что в паре с Марси, в связке с Марси, конечно, SF будет керри.
Кстати, очень приятный ему баф в Марсе. У нас здесь уже по-любому не появится Виномастер, потому что он банит состава Бэтбум. Насчет Сайленсера... Бэтбум, здравствуйте. От состава Entity. Вот, насчет Сайленсера, кстати, один раз его пикали всего вот ребята из Бескос. Но, видимо, опять же, это самая мета, мода и так далее. Плюс просто не хочется отдавать ребятам из состава Entity, опять же. Кстати, по Марсе всего одна игра с ней. Что-то как-то удивительно даже. Вроде бы такой герой, который пикает в CSF, три игры в Марсе, одна... А Entity, как будто бы, знаешь, решили немного попрактиковаться, может быть, на бескостах. Чувствую, что они сейчас не в супер форме, может быть. Может быть, вот так. Ну, по-моему, да, это тот самый герой, которого, к моему удивлению, Entity на протяжении всего года не рейтили вообще никоим образом. Да, сейчас, да, видимо, решили, что стоит этот герой внимания. Заметьте, кстати, бескост решили во второй стадии перебанить всех оффлейнеров Тоби. Он прям фанат, знаешь, таких вот самонеров или мерзких героев. Вот Undying — это тоже, в принципе, его герой. Enigma, Visage, Люкан. Сейчас какой-нибудь еще Бестмастер залетит. Я вообще не удивлюсь этому. Решили задушить по полной, именно давить на бедного Тоби. Решили бескост на драфте. Слушай, на самом деле против него, кстати, еще так-то можно подбанить. Вот именно из героев Enigma. Окей. Ладно, Enigma уже в бане. Visage'ик уже действительно в бане. Есть еще Бэтрайдер. И Бэтрайдер у нас ребята не подбанили, баня. Да, и Бэтрайдер тоже баня, может появиться, да. Бладсикер, Дум, Виномансер. Как ни странно, Найтсталкер очень часто, кстати, банят. Да, вижу, что Бэтрайдер подбанили, но как ни странно, вот Найтсталкер, что-то подобное. В целом, да, по банам, кстати, неплохо. Сейчас интересно, кого у нас Тоби пикнет в итоге. Удивлен, кстати, очень баном Герокоптера. Необычный, это редкий, так сказать, гость в профессиональных играх. Видимо, считают, Entity считает Фишман, Трим и Тоби, что это сильный керри-герой. Причем он абсолютно не сильный от бесткоста, он появлялся всего два раза. То есть это вы конкретно не хотите его в какую-то глобальную стратегию. Вы не то, что баните там лучшего героя, допустим, во втором этапе банов. Вам просто он, видимо, не нравится, насколько я понимаю. Да, я думаю, что что-то знают ребята. Что-то знают ребята из Entity, раз они банят такого редкого гостя в пиках. Primal Beast вот первый раз за полгода. Прикольно. Слушай, ну Primal Beast очень часто появлялся, допустим, в Last Chance Qualifier. Так? Да везде он появлялся. Герой сильный. Во-первых, почему бы нет? Во-первых, у него сделали сейчас шард намного-намного интереснее. То есть шард, который распадается на осколки, и еще в две микрообласти сзади цели. Это намного удобнее стало, как минимум. Поэтому я лично, допустим, его сейчас достаточно высоко котирую. Этого Primal Beast'а, и вот вам, пожалуйста. Нага появляется сейчас от состава Entity. Как ты думаешь, куда эта Нага идет? Ух! Ну, главное, чтобы к победе. Первый-то раз за полгода. Надо, чтобы к победе. Я бы, если честно, Нагу в комбинации с кем-то увидел. О! Здравствуйте. Да. Дисраптор. А Дисраптор это у нас будет от игрока с никнеймом Фишман, наверное? Или? Точно так. Точно так. Я предположу, осмелюсь, так сказать, предположить, что это будет оффлейн Нага. Как тебе такое? Слушай, мне оффлейн Нага больше всего нравится, знаешь, с кем? В совокупности с предметом, который хиляет тиммейтов. Помнишь такую вот историю у Наги? Типа с грифсами? Типа аганимчик. Аганим сейчас не такой. Нет, аганим шард. Сонг оф Сайрен. Шард такой. Да, 5% от максимального запаса здоровья. То есть раньше это оффлейн Нага, она появлялась в Китае с Метеорхаммером, с на тот момент аганимом. И это было интересно, но почему-то я ее с трудом себе могу представить сейчас. Опять же, если вы возьмете Сефа в мид и Нагу на кэрри, у вас, конечно, достаточно много будет физ ДПС. Но, с другой стороны, много мэджик дэмэджа в драфте. Может быть, и неплохо, кстати. Мне почему-то кажется... Я вот прям почти уверен. Смотри, Нага... Да, я просто не верю в Нагу кэрри, потому что хочется в тебе взять героя, который прям... Просто, знаешь, невероятно желает этого бафа от Марси. Это именно SF. Коровый SF, да. Это не Нага 100%. Да. Поэтому мне кажется, что SF идет на керри, а Нага не хочет идти в мид. То есть Нага это либо саппорт, а саппортов у нас уже вроде два. Либо оффлейнер. Мид Нага как-то не особо играется в текущей мете. Давай посмотрим, кого сейчас будут банить у нас бескостные, насколько они в целом прочитали эту стратегию, которую ты предполагаешь, и, может быть, нас в конце и обманут те самые ребята из Entity. Так, появился, кстати, Панга. Панга как будто бы против Наги, насколько я понимаю. Да. В целом... Вообще... Можешь посмотреть на драфт, вот так вот в общем, на картинке Бесткост. Очень они мне нравятся, очень это боевые герои, знаешь, которые не хотят стоять и качаться, они хотят бежать и драться. У каждого героя очень много способностей, очень много урона, есть локдаун, станы, сайленсы, вообще все что угодно, замедление. Просто нажимай кнопки «не хочу».
Ну, знаешь, Прям под это нужен нравится мне. условный оверлейтовый керри, пока эти четыре героя будут делать экшен, чтобы он подфармил. То есть условный ПЛ, допустим, нормально было бы, его отправили в бан. Но не будут же они пикать террорблейды при условии того, что саппорт на линии абсолютно не хиляет. То есть, ну вот что-то подобное, что-то, может быть, кому интересно подстакать. То есть, а может быть, они наоборот сейчас возьмут темпларку на рейд-клик и вынесут. Но опять же, темпларка против иллюзии ее не особо хочется. Но вот что-то сноубольное и лейтовое, я ожидаю. Ага, темпларку сами банят. Необычный бан с Ларка. Я думал, что они как раз не будут без кого строить с Ларка в данном драфте, потому что очень много АОЕ-контроля у Entity. И Марси, и SF, там, да, очень много урона. Ух ты, и добираются такие Entity, решают добирать себе Сардара. Так, Панга, кстати, 5 из 7 матчей выиграно. Нормально, хороший герой Пангалер, ситуативно против Наги, в принципе. Я бы сказал, что Панга вы ставите мид и, наверное, еще одного героя, которому идут молнии, слэш, сплэш, слэш, что-то подобное. И условный какой-то милишник, да? Кто же это может появиться? Вопросик хороший. Ну, скорее всего, герой, который может простоять против Слардара. Я бы Каритине, конечно, предложил, но что-то как-то и сам при этом сомневаюсь. Я подумал о Морфлинге, на самом деле. Как-то... Хочется мне увидеть какого-то героя, который вот что-то наподобие Морфлинга, который у Наги способности сворует, а так спит. Ух ты. Да ладно. Я успел, ура. Может быть, Свена. Скрытый гений. Так, ну все, заготовочки уже идут не зря, как говорится. Может быть, и Свена сейчас. Смотри-ка, я угадал. Тоби на Наги будет играть, Пир будет играть, получается, на Слардаре, Керри внезапно. Вау. А давай тогда я, наверное, выберу Бисков, скажу, что Стингер у нас на Сайленсер, Гаджира на Никсесе, Смайл — это Мидл, Праймал Бист, Виспер-то, между прочим, на тройке Панга и Кейван на Вейнкерри Свене. Да. И остается Штормшторме на видовом SF, когда у меня на Марсе 4. Слушай, мне это очень интересная заготовка от Entity. Посмотри, у них Нага снижает армор, Слардар снижает армор, SF пассивно снижает армор. Прям Рошаны будут падать только так. Знаешь, в чем основная проблема ребяток из состава Бискос на этой карте, на мой взгляд? Посмотри на тип атаки героев. Как вы будете подходить к условному SF, подкатываться, подъезжать и так далее. Но это все-таки все милишники. Сеф нажмет пику и расстреляет вас издалека. В целом, я бы, кстати, не сказал. Мне вот почему-то драт Бискос на первой карте нравится чуть больше как-то по личным ощущениям, по восприятию. Здесь, да, окей, они могут нон-стоп файтиться, но при этом оппоненты, они имеют опции за счет этой Наги их так развалить по карте, как Ама сегодня на Терблейде, помнишь? Вы вроде бы атакуете, но при этом, оп, у вас что-то там в ботом линии, какие-то ваши крипы постоянно там в лесу утеряны. И вот мне кажется, что Entity, они будут продлять эту игру, за счет как раз-таки Наги. А при этом что у нас из Tower Damage у бескостов? Ну, Свен, допустим. И? Tower Damage точно бескостов очень мало. Да. Но у них есть способности, которые позволяют им убивать иллюзии. Это точно для них плюс. Это точно плюс. Пангальера, Primal Beast может просто побежаться по иллюзиям и, так сказать, не лопнут. Так что, слушай, мне нравится Draft Beast Coast, но посмотрим, может быть, Entity знают чего-то, чего не знаю я, потому что, ну, Керри Слардар, я такого давно не видел. Это прям... Керри Слардар, это, конечно, вау. Так, ну что, смог на смог у нас сразу же. И давайте посмотрим, чего смогу достигнуть с этих смоков, ребятки. Я бы, кстати, еще коэффициенты посмотрел. А вот и они как раз таки. И можно получить фрибет 1000 рублей по промокоду IN22. У нас есть баннер в описании замечательный. Кэф на бескос 4.2, на Entity 1.2. Что думаешь? Явными, да, фаворитами считаются Entity в данной встрече. Но сомнения у меня по этому поводу. Все-таки не все так однозначно. Знаешь, я просто вижу... Вот я смотрю на картинки сверху, я просто вижу, как легко драться без костом. Стан, герой мертвый. Стан, еще один герой мертвый. А знаешь, что я вижу при этом? Я при этом вижу Нагу, под которую как минимум есть два шикарнейших героя. И вот Слардар Марси, я честно могу сказать, я не видел, как это работает. Я не могу представить, что у нас будет делать Слардар под этим бафом Марси, потому что для меня это как-то герои, которые рядышком вообще не стояли. И мне кажется, что это настолько жестко, что шок. Читай, вампиризм доп. Урона ему дается, это сильно. Осталось только так спид взять и погнали, как говорится. А комбинация убойнейшая от целом Entity. Так, станчик. Ой-ой-ой-ой-ой, СФ, обратите внимание на его позицию. Ну и Сисмайл тут тоже сам далековато, на самом деле. Кстати, а по линиям как тебе вообще целый мидл Primal Beast? Слушай, ну это герой, который имеет свои шансы убить героя вообще почти любого. Мне нравится Primal Beast в миде, но есть... Вот, знаешь, может его кто-то наказать, и кто-кто, если не СФ.
с новыми кайлами. Есть у него, есть уж, что говоря, возможности наказать Сисмайла. Настакает на 2-3 кайла, и Сисмайлу будет очень тяжело подходить. Вот как сейчас, например, к пачке. Вынужден он стоит лишь под тауром, ждать, пока спадут стаки с него. И обновляюсь так, что шторм. Новый койл — это же замедление, да, дичайшее. Когда ты играешь на милишнике против этого СФ и ловишь 3 кайла подряд, мне кажется, ты уже в минус моральки, потому что действительно нужно ждать какое-то время, а потом выходить. Не факт, что выход будет успешным. Первая пачка, если посмотреть, он, кстати, 3 крипов-то забрал, что уже в целом неплохо, но, конечно, СФу здесь нормально будет. На топе у нас, кстати, Свен плюс Сайленсер. Опять же, команда из Южной Америки, которая ставит на топ кэрри. Помнишь, у нас Морф-то сегодня там поставил? Так, видишь, здраво было. Да, ну тут смотри, они все переиграли. Ну, я, кстати, не уверен, кто из команд первый начал свапать, потому что, видишь, и Entity пересвапали свою зеленью на оффлинию. И Бескос тоже самое сделали. Я вот как-то врусил момент, кто первый начал это делать. Вот. Так что... Ну, вообще, я думаю, устраивает все, конечно же... Ух ты. А устраивает тех, кто делает фестблат, наверное? Ну, наверное, да, теперь да. Минус Тоби. Я, конечно, не могу тебе не респектнуть за третью позицию Нагу, но давай обсудим, а что она вообще будет билдить по этой игре, вот чисто в теории. Мне кажется, знаешь, вот как ни странно, Кримсон. Вот я прям биг фанбой Кримсона, я знаю, что его не котируют, не рейтят, что он дорогой за эти бонусы, но ты просто посмотри, насколько же он контридрам без коста. Ой-ой-ой. Обидно, промах МПЛом. Слушай, я думаю, если реалистично, Кримсон, конечно... Кримсон хороший против очень хороший... ДПС. Он хороший против ФСДПС, но не про такого, как у Свена. Понимаешь, у Свена криты по 2000 вылетают, и Кримсон всего лишь снижает из этих 2100. Это, вот, по ощущениям, не самый приятный артефакт. А вот. Что тогда брать? То есть идея через Метеорхаммер и Шард, но это годовалой давности, так сказать. Что тогда делает Нага третьей позиции? Вот. Я думаю, просто. Такие способности, как... Во-первых, он может взять Шард, как ты уже отмечал на драфте. Угу. Во-вторых, я думаю, здесь неплохо Аганим против Пангольера. И стоит также забывать про Лотус или Грифсы. Лотус и Грифсы — невероятно сильный артефакт против Сайленсера. То есть ему здесь нужно быть таким, знаешь, утилити героем, который полезным таким, знаешь, героем, массивным, который не должен носить, не обязательно должен носить дэмэдж. Дэмэдж у него есть кому носить. Ему нужно именно сделать так, чтобы его команда чувствовала себя хорошо. Вот это именно Грифсы, может, скорее всего, кстати, Владимир и Врейспак. Очевидный выход в Врейспак. Вот, я предположу, что именно Фриспакт и, наверное, Шард плюс Аганим. Что-то вот из-за этого. Зафиксировали. Да. А теперь давай подумаем о Пьюре. Вот я как-то привык видеть Слардара, ну, явно не на позиции первой. И мы с тобой сегодня за три игры ни разу не видели Мидасик. Да, наверное, и здесь он не будет. Но вот, а что тогда брать Пьюру? Там какой-то дефолтный саблю БКБшку. Я думаю, Мом, ПТ-Мом. ПТ-Мом, а дальше. Блинк БКБ. Ой-ой-ой-ой-ой, большие проблемы Катоми. Катоми отпрыгивает классно, тут аж трипла у нас стоит ради того, чтобы забрать Катоми и напрячь Тоби. Но при этом в ботом-линии находится один лишь только Панга. Неужели это устраивает ребята из Бескост? Я думаю, что это устраивает ребята из Entity, потому что никаких проблем на самом деле. Да, у них трипла, но очень тебе тяжело триплить Нагу в изи-линии. Все-таки она может, знаешь, и заблочить кемпы, и вывести пачку, как-то переиграть. Есть возможности переиграть оппонента. Поэтому Entity, да, Нага немножко не докаэшивает, но как ты видишь, то у Пангольера тоже все не очень хорошо. Понимаешь? Комфортно себя чувствует здесь более-менее Тоби. Меня интересует тот момент, то, что вы столько внимания уделяете именно троечке вражеской. То есть я понимаю, когда кэрри, но когда тройки, мне как-то, знаешь, не по себе. Я бы предпочел увидеть, как Бескосты гоняют Пьюра во всем нижнем, чем то, как они много внимания уделяют Тоби, а у Пьюра при этом 26 на 10 и, грубо говоря, фришная линия. То есть, а точно ли все правильно? Слушай, ну тяжело. Сарда тоже очень статовый герой, у которого есть опции по игре. В плане линии, так сказать, тяжело его закрыть, тяжело. Я не думаю, что даже если бы они пришли трипло, если бы пришла трипло в боте в Марсе, что они смогли бы хорошо постоять. Слардар — это очень сильный герой, у него очень сильный саппорт дизраптор. Я не вижу аутов, как можно было бы закрыть Слардара триплой, честно говоря. Короче, в боте пока скучно, да, у нас вон на топе Кайван забирает Катаоми, это хоть какой-то экшен. Они гоняют Тоби аж под тавр. Тоби. Кстати, слушай, ведь дэмэдж, что он тут немало не получалось. Свен должен был блочить. Минус иллюзия. Они должны сейчас понять, что это и есть настоящий Тоби. Сингер хотел его сейчас заблочить. Маленько не вышло. Тоби думает, ну окей, стану АФК забирайте. Это фраг для Кейвана. Это 3-0, между прочим, без костов. Но, как показали первые две карты, решает фарм во всем. А вот и тот самый Primal Beast. А вот и тот самый Глимс, мне хотелось сказать. Ой, подкопчик было близко, но это первый фраг для Entity. Своеобразный фестблат. СФУ, кстати, уже до базы разве что идти. Или? Да. Да нет, точно до базы. Тяжело стоять на СФ, когда в тебя может просто вкатиться герой, нанести себе 1000 магического урона, а у тебя нет никакого контроля, чтобы, так сказать, отыграть от этого. Слушай, ну что я могу сказать?
А что у Тяжело, нас тяжело в происходит топе. с пангольерщиком? Я вот что-то как-то думал, у нас Пьюрта сегодня вообще выносит, насколько я понимаю, по полной. Да, Фишман просто дал ему старт, Пьюру, на Слардаре, а дальше он сам, потому что Слардар является известным контрпиком всех мечных героев на линии. И, то есть после начального старта, когда он получил, знаешь, там хоть минимальное преимущество по левелу КСу, все, уже можно его оставлять одного. Пускай забирает Соло Экспу и качается как не в себя. Там один Я СКБ, думаю, это кстати, правильное остался у решение. Катаоми на верхней части карты. Надо отойти. Я предлагаю, наверное, открыть Нетворс, уважаемому обсерверу, и посмотреть, что у нас там вообще, как все получается. Потому что чует мое сердце, что это Нага, ну, в целом, будет как-то близко относительно Панга. И возникают вопросики к расположению Бискост. Митсо, Соу, по Келли, не ясно. Да, Нага, Панга. Ну, не критично, но как же много слышу у Дисраптора. Ху-ху. И как же мало у Пангалера получается. В общем, по факту, действительно, Пьюрта с этой линии выйдет с кайфом. Да, слушай, забрал Гаджира хосту прямо из-под носа у СФ и Дизраптора. Конечно, хотелось бы, конечно, на правильном бесте поиметь руну, сбегать на какую-то сайд-линию, сделать пару фрагов, знаешь, вернуться, убить СФ, но ну вот не сегодня, не сегодня. Не так Посмотрим, что будет быстро. на 8 минуте, да. Но опять же, я очень сильно сомневаюсь, что может Штормер просто, знаешь, так фривольно стоять в миде. В момент в него просто закатиться Primal Beast, нажать на него ультимейт, пробежаться по нему, значит, так, секунды, так сказать, две, и это будет фраг, если Штормер будет не готов. Поэтому очень оперативно, что Штормер отпушивает мид и уходит обратно в лес. Пытается набрать просто Нетворс. Нет у него возможности выйти на какой сайт и, да, играть за своим чередом. У нас сейчас будет драка Выстраивает в Крис боте. Лака. Драка Да, делает Крис в боте, я вижу. Так, большие проблемы здесь у Пьюра могут возникнуть. Поддержал его Сисмайл, забирает Пьюра. Гарширо тем временем лопает минус варпик, делает. Но за Фишманом, мне кажется, не стоит идти. А там на Нет топе мана. какой-то экшен. Так, Кейван. Кейван очень далеко пошел. Койл от СФа. До свидания, Кейван. Я так тебе скажу. Правильно, без того этот фраг был важнее, чем СФ. Мне кажется, вот что у Пьюра было настолько много, вот он так должен в мир. Ух ты. Вот это ух ты, Интересно. действительно, да, Катоми. Катоми отправляет полтинничек Стингеру, а мы можем вас отправить на баннер под трансляцией, кликнуть и получить бесплатную ставку 1000 рублей по промокоду TI22. Кликайте на баннер по трансляции, как Гаджира и Сисмайл сейчас кликают на Катоми. Катоми, правда, отпрыгивает, а что Штормера, и момент завершен. Мне не совсем нравится то, что Свена много. Не совсем нравится с позиции человека, который сейчас говорит: «Entity, у вас все классно, но у вас Слардар против Свена». Я понимаю, что это, ну, достаточно такая специфичная стратегия. Если Свену стакают, в определенный момент у Свена будет больше. Мидасик Пьюр не берет, у Свена будет больше. Либо Пьюр будет делать фраги по всей карте. Вот два варианта. Он Здесь действительно есть взял себя небольшое ПТМО. преимущество. Небольшое преимущество есть у Слардара перед милишным керри, таким как Свен, который не может его на самом деле перебить. И тяжело Свену перебить Слардара, потому что у Слардара есть встроенный баш. И то есть один на один Слардар, на самом деле, даже если он минус слот, я думаю, перебивает Свена. Вопрос в том, даст ли команда Бить. Свена, так сказать, бить, да. Да. Даст ли команда бить? Команда, у которой уйма контроля, команда, в которой в любом случае есть бессилие от панга, который снимается у нас либо манта, либо БКБшкой. То есть ты на СФе и на Сардаре должен думать, окей, жать ли БКБ каждый раз, либо не жать. И это уже проблемно получается. А Свен, вот я честно, знаешь, минута там 60, я Свена котирую чуть больше, чем Слардара, вот так скажу. Правда, у Слардара будет еще и Нага с СФом, а вот слева у нас будет Панга и Primal Beast, и вот почему-то мне это кажется немного ненадежно. Я как-то на своих внутренних ощущениях это скажу. Да, ты прав. Все-таки Пангалеры Primal Beast. На самом деле, Primal Beast, наверное, не такой сильный герой в лейте. Это скорее его пиксил где-то приходится на 30-35 минуту. А вот на Во-во. самом деле Пангалеры может дать бой, мне кажется, в лейте. Это очень сильный персонаж, на самом деле, ты зря его недооцениваешь. Короче, я к тому, что стакайте для Кейвана, пусть он эти стаки забирает, навязывает ранние драки, потому что, ну, Клейту чуть-чуть я заезжу. Вот прям капельку. Так, большие проблемы у Катаоми. Катаоми, до свидания. Врывается Сисмайл, он готов потоптать. Он схватил Фишмана, успел он это сделать. 6 на 3 становится счет от Бескостов. Так вот, я и говорю, ваш драфт, в принципе, драться можно. Контроля уйма, плюс типичная южноамериканская агрессия. И, как говорится, погнали. Не надо ждать. Пусть этот Слардар, СФ и Нага пытаются фармить три героя, у которых, в принципе, физ ДПС. И там разберемся. Против Свена. Подстапили Кейвана. Кейван. Но никогда он не убежит здесь Кейван уже.
Вот он, с одной стороны, правильно делал. Он пошел фармить вражеский лес. Ну, маленько рановато, на мой взгляд. Тут еще и тавер стоит, вот это вот все. Слушай, ну вот ты можешь увидеть, на самом деле, на миникарте, что есть в Радиант лесу несколько стаков на кемпах. Угу. Точно я вижу на большом кемпе стак, на срединном, прямо на том постом. Возможно, немножко справа немножко стаков. Нет, показалось. Слева. Слева, да. Да, и, по-моему, на эншентах там уже должно быть. Так что есть у Кивана. Киван... Конечно, нехорошо, что он на фиде, он все-таки топ-1 от ворс на карте, но... Не критично. Хоста у Сефа, да. Не критично, и хоста у Сефа, что ты можешь поделать. А, я не... Погоди, вы не стакаете для Свена? Что? Один лагерь стакнут? Подожди, а... Получается, нет стаков на тройке. Получается, нет стаков на тройке. Вот сейчас Тинкер разъезжал еще один стак у себя в лесу. И это очень странно, если честно. Ну, заняты ребята, значит, просто действиями по карте. Нажимают смог Дизраптора и Марси. Оба саппорта имеют ультимейты. Это довольно сильный пауэрспайк для них. Могут они сейчас убить почти любого героя. Вообще любого, наверное, героя. Просто вдвоем причем. И вот сейчас ребята выходят в ботом-линию, где у нас имеется пангалер и, по-моему, сайленсер. И, конечно, приоритетной целью является панга. Пьюр тут пока у нас скрипами дерется. Это было для отвлечения внимания. Фишман готов глимсовать. Статик Штормки на тикфилд, все, что можно. Юзается глобал сайленс от сил света. И как будто бы можно на развороте забрать Фишмана. И это была славная рыбалка. Да. Ну, как славная охота, только. Так, минус Фишман. Не спит Стингер, хороший глобал. Да, успел Фишман нажать все свои кнопки, но что поделать, если продлить нечем, потому что глобал. За это время Штормер, увидев, что Крислах стянулся в бот, через телепорт забирает медвышку. Причем просто безнаказанно. А в это время... Какая смерть Катаоми? Третья, четвертая? Что-то многовато, по-моему, именно Катаоми на этой карте остается. Так сказать, смотреть из таверны, фотографировать закаты, что там делают тиммейты и оппоненты, разглядывать, не будучи способным драться. Минус Лордар, скорее всего, да ладно! Пьюр, ой, Пьюр сегодня в зоне, как у нас говорится. Не, Пьюр, кстати, зачем? Я его перехвалил. Моментальная карма, так сказать. Фишман, атака на него от Виспера. Фишман, я бы сказал, приоритетнее, конечно, атаковать Тоби, у него нет толком ничего Фишмана. Как будто бы заберет у нас Виспер, Стингер. В итоге забирает фраг. Слушай, очень много с этого взяли без кост. Я об этом говорю, не нужно давать шансы, ребята. Гнобите, давите, доминируй прямо сейчас. Слушай, ну... Ой, ну сказать. На самом деле, конечно, классно сегодня играют. У нас Beast Coast точно так же классно, как и вкус Торнадо Energy. Огромнейший выбор вкусов, подходит для ежедневного потребления и дает мощный заряд энергии для геймера. Мощный заряд энергии для Свена, по-моему, был с последней драки. И надо еще эти стаки реализовать, и все, и глоточек Торнадо ему в помощь. Так, 11 на 4. Слушай, на самом деле, хотел бы ответить очень красивую идею от Entity. И контрреализацию от бескост. Они увидели, что вражеский мидер, так сказать, от бескост, нажал ТП в бот, когда они делали выход с маке в бот, верно? Угу. Пьюр решил полететь на противоположную линию, заставить там себе килл, но в этот момент сделал реакцию пангалер, который был в боте, у которого остался ТП. И забрали они трифраг таким образом. Потом минус 4. Говори. Решили переиграть Entity оппонента, но оппонент переиграл их. Это прям, знаешь, такой 200 IQ move. Переиграл переигрываемое. Да. Да, но не идет у Катаоми, ничего не поделать. Он ставил против триплы. Тяжело для него игра, конечно. Слушай, но... а почему мы с тобой говорили фит Фишмана на первой карте, как Фишма делает специально? Про Катаоми мы говорим, не идет у Катаоми, потому что нет никакого смысла в этот момент для команды Entity. Или почему? То есть, ну по факту, но ты 0-4 на Марсе, да ты все равно баф подойдешь, накинешь, все еще тебе нужно на этой позиции. В принципе-то. А вот если хороший. Твои остальные будут лететь, это, конечно же, не очень. Катаоми отпрыгнул. Все, Катаоми, смотри, он забрал себе фраг, снял 5 убийц подряд. Есть атака на Гаджиру, правда, тоже жмет карапасы. Кинетик фил, подцепили, можно даблкилла поменять Катаоми. Все, он вернулся. Внимание, вопрос, повторю еще раз. Почему 0-4 от Фишмана это ок, а 0-4 от Катаоми это плохо? Давай вот разницу поговорим. Ну, потому что от Катаоми, наверное, это вынужденные все-таки смерти. Вот он ничего с ним поделать не может. А Фишман это его опыт, знаешь, такой прям... Такой матерый плейстайл, это прям вот его. Когда он заходит куда-то, он знает, что он один, и он заставляет противника нервничать, тратить на него способности, сомневаться, один ли он, знаешь, байтить на способности. Вот он это любит делать просто, он любит так играть со своими оппонентами. Это я знаю не понаслышке. А вот так как у Таоми, просто видим, что у него была тяжелая линия, потом он сделал пару ротаций, где-то не пошло, где-то не получилось, и он стал, так сказать, жертвой обстоятельств. Угу. Ему приходится умирать. То есть так просто получилось, насколько я понимаю. Да. Да. Ну что, как мы видим, Слардар хочет купить БКБ себе. Почти имеет его. 1000 золота осталось ему. А как мы видим, диффуза появляется Пангалера. И это, кстати, отличный вариант. Нага через Метеор Хаммер. Да ладно, можно Тоби еще раз взглянуть? Мне просто хочется
понять, насколько сегодня отличный день, так сказать. Если Нага через Метеорхаммер, день сегодня шикарный. По-моему, так оно и было. Ладно, пока. Зафиксируем на день неопределенный, но дальше посмотрим. В общем, вот. Да! Ура! Ух! И вот он, Метеорхаммер. Правда, в карабасы врывать сюда Виспер. Это я что, вредные советы раздаю? Получается, что так. Заберут у нас Нагу сейчас по-любому Виспер Кингсприк. Когда ты успел его взять? 3-0-5 у Виспера? Да ладно. Юр. А, сори, Фишман, до свидания. Ну, 15-6. Напоминает мне по счету вторую карту между Хакори и LGD. Мы помним, как она закончилась. И сразу же смог нажимать без кого. Слушай, да, да, тяжело. Тяжело для Entity дается эта карта. Ну, я тебе говорил. Ну, очень просто играть здесь без костом. Просто стан, на нюк, на стан. Или вот такой вот врыв на бедного Катаоми. У которого это, уже не ноль, вот... но тем не менее. Пик их души, вот знаешь, вот именно то самое естество южноамериканской доты, которое ты хочешь видеть в каждой их карте, вот оно прям здесь, в этом пике просматривается. У них есть возможность с помощью героев бежать вперед на красной точке и убивать всех, кого не попадя, и они это делают. Да. Прям. Просто загляденье. Слушай, а давай поддержим состав Entity каким-нибудь микроинсайдом от тебя? Вот какой-нибудь микро-микро-кулстори там, может, что-нибудь было? Слушай, помню я, как-то Дима мне рассказывал, что расстроился он очень, что от него ушел Кристаллис. Угу. Есть такая тенденция, у них Крипвейв, это их первая самая команда, да, вот Кристаллис, Безиэм, Амар и Фишман. Что Кристаллис уходит все время куда-то и потом возвращается. Uh-huh. И вот последний раз, когда Кристаллис ушел, так сказать, когда заменили Кристаллиса на Пьюра, если Кристаллис ушел в Секрет, залезть он больше команду Климента, Дима мне сказал по секрету, что больше он с Кристаллисом играть не будет. Разочаровался он в нем. Он, считай, уходил из Try Hard Fun Boys, насколько я понимаю. Он уходил из Creep Wave, и он ушел вот сюда, да. Так, врывается прямо в вестиаут, там нормально хотел себе разлутиться, но есть тот самый глобал, и не получилось. У нас есть атака на Пьюра, Пьюр, до свидания, 18-6, трехкратный перевес. Это реально повторение даже по счету Хакури LGD. Если помнишь, в конце был перевес x4, ну, сейчас максимально близко. Да, отличный минус. Знаешь, вот не хватает Entity какого-то важного фрага, с которого они смогут начать свой камбэк. Вот какой-то драки, может быть, чтобы они начали. Это очень важно, на самом деле, в их пике. Чтобы они пошли, нашли какого-то героя, нажали на него все кнопки, и от этого уже плясали. А пока вот не получается у них найти этого. Давай реплей разберешь, что здесь произошло. Слушай, ну... Вышел, да, вот как раз это была попытка смока от Entity, но, к сожалению, напали они не на того. Напали они, я так понимаю, не на Крислака, а на иллюзию Крислака. Он просто их развел, ты представляешь? Как можно было провести? Нажали они. Ух. Да, смок не поп, смок не разорвался и не разревелился смок, и все. Нажали они все способности, показали свою позицию, просто нажал БКБ Крислак, если я не ошибаюсь. И просто на контрацитации с Пагалером они, да, развалили их. Нет, пока нет никаких опций. Вот. Ничего не спасает от БКБ, от Кейвана и Крислака. Это точно. Как обычно, мой типичный вопрос, а что у вас есть через БКБ? Тут вроде бы и есть, но не супер. Кстати, знаешь, я бы еще про Entity рассказал такую историю, что у них Тоби, когда начинали забирать оттуда таких сильных ребят, как БЗМ и АТФ, Тоби, он сидел и ждал каких-то предложений по типу, там, предложения от Альянс, там, знаешь, вот таких статусных, прям мощных, или любой другой команды. И все остальные сидели и ждали. Если Тоби куда-то заберут, они говорили, мы бы разошлись. Но Тоби в итоге никуда не забрали, команда не разошлась. Не получил он таких супер привлекательных предложений. Вот ребята играют вместе. Первую карту выиграли, а вот на вторую что-то как-то пока шатковал. Да, я думаю, я могу поделиться таким микро еще одним инсайдом. Давай. Получилось так, что все команды, куда хотел пойти Тоби, вот все во все эти команды звали Амара. Вот именно он звездой. После триумфа молодого коллапса на International все хотели еще одного молодого флейнера себе в команду, ну, говорящего. Это был как раз Амар. Да вот, заходящая звездочка. А вот здесь Global. Минус Кингер. Ну вот атака, что интересно, вы уже потеряли, соответственно, Сайленсер. Ну как-то плевать, он ведь уже Global выдал. И при этом ребята идут дальше. И вот тут, внимание, вопрос, что у нас может Пьюр... Виспер забирает Катоми, бедный Катоми. Прикольно, вы нажимаете Global, вашего сайленсера забрали, но в принципе он уже выдал все, и вы все равно идете в атаку.
нормально. Да, ну никаких вообще нет опций, понимаешь, никаких. Есть БКБ у Свена, БКБ у Primal Beast'а и Rolling Thunder у Пангольера. Все неуязвимы ни к любой способности Entity и просто делают, что хотят, драки. А у Entity нет ответа. Мне, кстати, еще знаешь, что нравится? Мне хочется рассказать о том, что ребята когда-то взяли, хотели взять Лила, но не сильно нравился Тоби. И потом уже не сильно стал нравиться всем остальным. И тогда у нас Фишман Катоми сказал: слушай, ты такой хороший игрок пятой позиции, но ты в топ-60 лучших. Так возьми и сядь на четверку. Четверок хороших немного. И Катоми сел на 4, и вот дошел до International. Да. Да. Все. Слушай, ну Катоми, он талантливый игрок. Он очень много старался и очень, на самом деле он очень много работал, он 2 года сидел в топ-ранкеде, набивал себе героев на пятерку, но, к сожалению, вот никто так и не позвал его, но Фишман разглядел, так сказать, в нем талант и забрал его себе. А там... Фишман вообще глаз намет на эти таланты. А там еще такое интересное, то что Катоми как-то не молодой уже, талант 23 года все-таки, да, он играл в Singularity, в Creep Wave, туда-сюда, и в целом вот сейчас первый его имя. О, и Штормер. Штормер, БКБшечка. Пожадничал БКБ. Ага, Сисмайл такой. Ну ладно, Сисмайл как будто бы пожадничал. Нет, Пьюр не врывается. Пьюр, а что там у тебя в плане билда, что ты не идешь драться здесь? А я, слушай, а Пьюр в мейн-керри подходит и не дерется. Разве нельзя ли было забрать Сисмайл, или мне кажется? Ух ты, а Эгос выбил после смерти СФ. Погоди, я не понял, почему Пьюр не пошел. А что у него? А он не мог пойти. У него нет блинка. Да, нет у него блинка. Да. Так, Сингер зашел просто и подарил ему фраг. И дебау, да? Нет блинка! Да. Фраг на Стингере есть блинк, почти есть. Это забавно. Ну, Сизула чувствует Пьюр, что не может там просто, знаешь, подбежать и начать бить, потому что... Ну, потратить на БКБ, если он не убьет героя, что он умрет просто за этого Primal Beast'а с Aegis'ом. Не хочет он отдаваться в это Primal Beast'а с Aegis'ом. Даром, что Aegis уже выбили после смерти Сефа, но СФ погиб. Плюс знал Пьюр, что не выйдет уже Штормер никак после БКБ и потраченного телепорта. Ой-ой-ой-ой-ой, Кейван уже просто за Т3 готов сейчас драться. Ну что, ребятки, будем заходить. Мом еще действует, ульта Свена работает. Дэмэджа там уже 464. Ух ты ж. И при этом ребята довольствовались только Т3 и уходят. Понимаешь, что есть ульта у Наги, есть ульта у Свена. Мало ли что там скомбинят оппонент. Да. Посмотрим. Катауми приближается, кстати, к БКБ. Очень важный пауэрсплайк для его героя. Возможно, он сможет, кстати, один... Хочу заострить свое внимание, один сможет драться против любого вражеского кора, имея только БКБ и фейзы. Вот такой вот интересный герой этот Марси. Там хп не супер много, но, конечно, если ты предварительно лайфстил-то нажмешь, то в целом это компенсируется, так? ХПшки могло бы быть и побольше. Плюс не забывай, что он будет бить под героя, которого, на котором он весит метку Слардар. То есть раздать он может. Но посмотрим, доживет ли. И в респак появляется, кстати, у Тоби. То есть сейчас подраться, на самом деле, Энтити будет чуть проще, но, опять же, непонятно, что делать с этими БКБшками. Вот пока вот у Энтити нет ответа на эти БКБшки. Угу. Нажимает Катауми, хочет добить себе БКБ, нажимает ультимейт, чтобы просто добить крипов в лесу. Ну, Скофилл говорит ему не сегодня. Да. Катауми пошел уже Энчин. Играется. Понятно. Играется гаджеты с ними. Неужели они не могут идти в атаку на развороте, нет? Слушай, ну страшно. Наказать их могут очень легко. Да уж. Ну что, ребята, деремся в миде. Сейчас атака на Фишмана. Фишман стоял там на скоропасах от Гаджиры. И Фишман забрали достаточно быстро. 22 на 8. Команда реально приближается к четырехкратному перевесу. И чтоб так-то, собственно, все и закончилось. Но будет забавно. Сисмайл. Ладно, видимо, сильно мешало это. Да, кулдаун ультимейта не очень большой, прямо у Беста можно потратить его, знаешь, как обычный спелл, который качает крипов. Нет никаких проблем с тем, чтобы нажать ультимейт. Пьюр забрал тавер, атака от Гаджиры, не БКБшку ли сейчас будет нажимать Пьюр? Придется. Ману ему сначала подрезали, заюзал стики, мана появилась, БКБ нажата. Но Пьюр просто ходит на ноге, вопрос, что Виспер сейчас сможет и прыгнуть? Пьюр, там Сисмайл уже готов его топтать, и там слип от Наги, между прочим, все ради того, чтобы посадить рядового Пьюра. А, и минус Тоби у нас, потому что Свен нажал БКБ и вырезал его супер-супер быстро. Подожди, так у них нет баев? Ни на Тоби, да. Ни на Пьюр? Так это должна быть минус сторона. Ой, крипы очень... Слушай, я крипов не вижу, да. Они по миду заходят с крипами. В принципе, можно сейчас пойти дальше подраться. Правда, у Свена проблема с ультимейтом, точнее, с его отсутствием. Но... Да дэмэдж все равно есть, дэмэдж есть. Дэмэдж просто сурки все, видишь, втроем бьют. Да. Слушай, ну... Хорошо сыграл Гаджира здесь. Нашел
Пьюра, который был один абсолютно без детекшена. Можно выжили ему ману. Его не надо было находить, он на миличнике бил Т1 Тавр на поле. То есть... Но он догнал его, он был там, понимаешь, он застапил его, показал его герою. Вот в чем вообще. Ну это да, да. Давай тогда выжили не нашел, а догнал. Догнал, пойдет. Угу. Выжили ему ману, у него не было маны на БКБ плюс тэпаут, плюс у Банглера был баржа. То есть он там вообще никак не выходил. No way. Хороший фраг и. Да, Т3 в миде падает. И сейчас, я так понимаю, Бескост ждут второго Рошана с мыслями закончить эту игру. То есть Бескост в настоящий момент вынесли Т3 на топе и Т3 в миде. При этом остальные вышки, остальные бараки у нас стоят. А можно, пожалуйста, графики? Сколько там? Меня вот лично очень интересует всегда экспа. То есть золото это классно, но экспириенс не менее интересен в любом случае. Сколько там между ними? Потому что в Анкатоме 11 левел максимум. Это как-то грустновато, если честно. Вишма 9 уровень! Ой-ой-ой-ой, 26 минута. Да ладно. Тяжело, тяжело. Тяжело, ребята. Майонете, особенно с саппортом, который просто умирает за две кнопки каждый. Слушай, ну 9 уровень? Ну, как-то... Я понимаю, что это такой патч, где подрезаны экспа, и в целом, но это стало нормальным, конечно, но маловато. Итак, смог, может быть, смог последней надежды, может быть, смог под слипнаги, которого нет. Дабл дэмэдж в топе. Так, Сисма берет себе хасту, что-то, мне кажется, смог такой себе получился. От Entity. Но они попробуют, может быть, что-то и выйдет. Не особо удачно, Кейван на развороте, можно нам показать ниже? Ой-ой-ой-ой-ой, минус один. И вот Свен против Пьюра, до свидания, Пьюр, до свидания, Катаоми. До следующей серии, как говорится, может быть. Хотя вряд ли сейчас КГ напишет. Но так-то снести могут многое. Там на топе очень сильно отпушено. Хороший глобал. Хороший глобал. Нагу забрали. Нага без пая. Хочется уже написать? Мне вот хочется уже. Да не, поборются, ребята. Я же говорю, не сдаются. А, ты говорил, потом что Entity ребята, которые играют до конца, да? Да, поборются. Ну вот смотри, ГД закончится, потом закончится ДДшка. В целом, миличный барак он успевает вынести точно. На топе бараки стоят. С две стороны, думаю, снесут. То есть, ну, можно пойти. Думаю, да. Слушай, здесь нечестно, неравная битва, понимаешь? У Свена на целых... На 6 тысяч, по-моему, у него было в этой драке преимущество при Свардаре. У него было ДД, и он напал первый. Угу. То есть, это... в такой, конечно, композиции Свардар не очень хорошо работает против Свена. Не хватает ему СФа, пассивки СФа. Не хватает ему самих ракетиков СФа, и бафа Марси не было на Свардаре. Тяжело, тяжело. Помнишь, я еще предлагал такую историю, как Мидасик на стартале? Вроде бы и риска, вроде бы и было бы больше сейчас. Так, СФ подставляется сейчас у нас Катоми. Катоми, кстати, нормально так выбил Свена. В целом могли бы и продолжить. Слип. И все, и нечем. Ну давайте, Фишман, ультимейта нет. И Терхаммер есть. Терхаммер по двоим. Хорошо, Сисмал пошел топтать. Тут же юзается ультимейт. Обратить внимание на Нагу. Нага, до свидания. Не, КГ. Джи-джи. Вторая карта у нас за бесплатно. Растоптали, ребятки, как Пангале растоптали, как это, как прямо убийство растоптали, и как Панга прокатились по этой карте, и X4 лидерство в итоге все-таки сложилось. Мы с тобой сегодня угадываем даже лидерство. Слушай, ну, Бескост показали, что не зря они заслуженные, так сказать, топ-4 по DPC очкам. Как я и говорил, да, вот это вот прям оно, это вот то, чем они любят играть, чем они умеют играть, чем они знаменитые. Вот они и показали Entity, что, так сказать, не пальцем деланы. Это точно. Слушай, хорошая игра в целом у нас получилась, хорошая серия, но вот, на мой взгляд, проблема с драфтами все-таки небольшая, но была, потому что, ну, сложно было. Тем более, вот нападают первым, очень много агрессии, то, что ты еще подметил. Бескосты взяли, как будто бы им комфортно этим играть, как будто бы им спокойно играть, нон-стоп какая-то агрессия, экшен и так далее. Было интересно, меня маленько расстроило то, что Entity, я бы не сказал, что прям супер, ну не то чтобы старались, но опять же линии решают, 3-4 игр линии решают, может быть даже все 4. Но линии вообще на самом деле, по-моему, равные были более-менее для Entity, да, они проиграли триплу, они выиграли довольно сильно до какого-то момента свою изи линию, где стоял Слардар, которая оказалась в офф-линии. Да-да-да. Вот. Но, слушай, тут момент, наверное, скорее в том, что... Эта игра выглядела как тестовая для Entity. Ты можешь заметить 3 Нага, Кирис Лардарк. То есть они как-то щупают, да, вот щупают этот патч, щупают, что работает, что нет. То есть, так что я думаю, им можно это просить. Они выиграли первую игру, они довольны, и теперь они смотрят. Можем ли мы что-то потрясть, потом попробовать? Забавно, что я на драфтах говорю, попробуйте тройку Нагу, попробуйте интересного кэрри. Вы же поняли, что Бескост слабенький, а слабенький Бескост 20-21-1. У нас сейчас будут микроитоги, наверное, по результатам этой карты. 27-48 длительность по убийствам X4, общий урон, вау. А помнишь, Бескост Entity, первая карта, минус 10к урона было всего Бескост. Теперь X2 с лишним.
И это достаточно важно было. То есть Networks тотальный перевес, конечно, по рунам богатства примерно ровно. В прошлый раз Entity сильно много взяли. Лечение, ладно. Но вот слушай, по общему урону, кстати, видно то, что бескост, у которых на первое было достаточно близко, и вот сейчас, это прям, конечно, у Entity много чего не хватило. Как ты думаешь, чем это было вызвано? Любит бескост драться. Не знаю, тяжело. Вот очень, вот нет решения в драфте Entity на момент, вот критический это момент, когда появляются два блокинг бара у бескост. Вот просто вот нечего им делать. И понимаешь, вспомни еще момент, когда вот они вышли, казалось бы, вот дачный смог в бот, да, вот два саппорта, вот у них у обоих шестой уровень есть, вот они нажали кнопки. А что делать? Просто глобал и все. Продлить нечем, и вас за это убивают. И вот, знаешь, получается, и вот это на самом деле был критический поворот в данной карте. Не получился выход, не получилось открыть вышку, вас убили, вы потратили кнопки, противник в плюсе, хотя он ничего почти не потратил. Вы полетели в топ, да, вот первый нажал топа в топ, ну что ж, хорошо, Виспер тоже полетел в топ и закрыл их еще в топе. То есть все их действия, все действия, которые они хотели сделать, Entity реализовать, у них не пошли. Каждый раз вот. Мимо, каждый раз что-то не так, да, вот причем. Я бы, знаешь, зачастую не сказал, что это было прям на тоненького. Иногда мне казалось, что Entity вообще не то делают. Вот с моей точки зрения, я думаю, что никто не обидится, да, но... И иногда было близко, но, по-моему, чаще было далеко в этих моментах. Бескост как-то прям совсем переиграли, что ли, на мой взгляд. Да тяжело, тяжело. Играли они прям, вот Entity явно не мета играли. Да не своим они играли, это понятно. Не своим и не мета, да, вот прям вот не их. Марси это, которую мы никогда не видели от, в исполнении Entity. Может быть, видели пару раз, но очень редко. Это та же самая Нага, да, которая редкий гость. Я думаю, сейчас она будет чаще, но все же... Считай... Не метовый герой. Нагу они не пикали ни разу, Марси не пикали один раз, да, и вот это вот все проявляется. Все-таки статистика-то ведь не всегда врет. Да, Керри Слардар и все-таки редкий СФ от Штормштормера. Да, Слардар тоже первый раз. В общем, сбылось предсказание, после первого решили потестить. И вот вам, пожалуйста, итог. Слушай, да нормально в любом случае. То есть для первой игры 1-1 это уже хороший результат в целом. Это уже нормально в любом случае. Да. Причем и для тех, наверное, и для тех, кстати, на мой взгляд. Да, я как раз хотел об этом поговорить. Я, наверное, не солгу, если скажу, что мне кажется, Entity и Бескос — это претенденты на выход из верхней сетки. Так что вполне ожидаемо, что, знаешь, гранды группы будут играть с собой в ничью. Мне это, по крайней мере, так кажется. Угу. Ну, наверное, да. Наверное, это логично. И, наверное, так и должно быть. Я бы, кстати, не сказал, что это прям гранды группы, что вот это прям полностью их и так далее. Но в целом, да, команда крепкая, интересная. Я чуть-чуть большего ожидал, наверное, от Entity на второй. Опять же, можно сказать то же самое и про первую карту. Вот Бескос. Короче, хорошая, классная серия. Тут, ну, я ничего плохого-то не скажу. Мне все-таки показалось, что Entity играли эту серию с позиции силы. Они выиграли первую довольно уверенно. Не оставили никаких шансов оппоненту, а потом просто решили, сказали, окей, мы выиграли, гоу, потестим. Мы попробуем, да, попробуем. И, да, попробовали, и не получилось, будет. Ну и ладно, мы же пошли тестить. Мы же знаем, что мы уже как бы, они уже показали, что они сильнее, а теперь они решили не свое показать, а может быть настолько сильнее, ну вот не настолько получилось, но все равно сильнее. Мне кажется, они довольными вышли с этого матча. Я думаю, что тут тебе виднее относительно Entity, да, насколько они могут быть довольны, потому что в целом, ну, я думаю, неплохо, да. Короче, адекватный результат. Давай, наверное, на этом и зафиксируем. Пожелаем ребятам удачи в следующих сериях. И лично я, допустим, доволен этой. Но вот почему-то у меня от Хакори, от LGD как-то больше все-таки хайпа осталось. Да, типа, вау, Хакори. Они же и первую лидировали, и вторую там закрыли. А Бескост и Entity как будто бы на первой Entity давят, на второй Бескосты давят. И все. То есть для меня в итоге матчем дня из нас. Вот лично я скажу так, ПСГ и Хакори, вот из наших двух матчей, было чуть-чуть поинтереснее. Ну, конечно, да. Ну, тут, знаешь, история Золушки. Это немного же нечестно сравнивать, знаешь, этот матч LGT и Хакори, потому что все-таки Хакори — это андердог. И мощный андердог причем. Против такого топ-1 сильного оппонента. То есть, кем является LGT. И когда Хакори выигрывает, конечно, ты считаешь, вау, круто, балдеж вообще... Просто феерия какая-то эмоций. Слушай, сегодня же еще у нас на пятом канале будут такие матчи, как Бум Хакори. То есть Хакори прямо сейчас еще будут играть. Потом будет Бескост и Секрет. Еще один матч Бескост. И потом будет матч Ликвид и Бэтбум. Но это будем уже комментить не мы с тобой. Это будет уже комментить замечательная пара Грейн и Петушара. А, ну что, давай супер быстро Бум Хакори. Вот просто наугад, как думаешь? 1-1, думаю. Окей, 1-1. Я поставлю на 2-0 от Бум внезапно.
Давай, Best Coast Secret. Как так получилось, слушай? Best Coast Secret. Best Coast Secret. Не знаю, не знаю. Я думаю, тоже 1-1. Я тоже 1-1 скажу. Ну и давай Liquid Bad Bomb. Слушай, Bad Bomb проиграли игру сегодня 0-2. Мне кажется, что они не оправятся уже сегодня, поэтому 2-0 в пользу Liquid. Что ж такое? Я тоже хочу сказать 2-0 в пользу Liquid. Тем более Liquid разогнали Palace Chance. Но да. Пожелаем удачи командам, тем, против кого мы сказали, даже где мы сказали 1-1, выигрывайте 2-0, где мы сказали 0-2.